Здорово, народ, с вами, как всегда, я Будмен, и сегодня я хочу вместе с вами на проекте Rage MTA начать серию видеороликов «Кто сколько зарабатывает». Суть этой рубрики будет заключаться в том, что мы будем работать на каждой из работ ровно по одному часу, с VIP-аккаунтом, иногда без, но на начальных работах, думаю, работать без VIP не имеет смысла, потому что VIP-аккаунт на нашем проекте может получить абсолютно каждый игрок. Сегодня я взял самую популярную работу среди новичков, это работа грузчика. Сегодня я пробегусь, посмотрю, сколько можно зарабатывать за одну коробку, сколько, ну плюс-минус, да, сколько можно будет заработать ровно за один час с VIP-аккаунтом, и сделаем выводы, какая из работ будет вам более удобной, более выгодной и так далее. Так что подписывайся, смотри эту рубрику и играй вместе с нами на проекте Rage MTA. Все ссылочки найдешь в описании, у нас онлайн уже почти 800 человек. Так что, дружище, скучно точно не будет. Залетай, ссылочки в описании, как я уже и сказал. Ну что ж, давайте начнем работу грузчика. Я уже, в принципе, начал. Находится она в Лос-Сантосе, на месте, где вы, скорее всего, на всех проектах привыкли видеть непосредственно автошколу. Здесь у нас нету автошколы, здесь у нас, собственно, работа грузчика. Я уже устроился, и давайте, собственно, посмотрим, сколько мы с вами сможем заработать на данный момент за одну коробочку. Так, подбираем и бежим. Новичков тут много, ребята еще регистрируются, бегут. Народ, так что не забывайте промокодик Бэдмен вводить, чтобы получать крутые бонусы. За одну коробку с VIP-аккаунтом я получил 96 долларов. VIP-аккаунт вам будет даваться на старте при моем промокоде. Ребята, вводите мой промокод, отыгрываете 5 часов и получаете 2 дня VIP-аккаунта. Все очень просто, плюс там еще будут различные бонусы, когда вы отыграете определенное количество часов. Чтобы его ввести, надо вводить его при регистрации, F1. Реферальная система, вот сюда вводите промокод Бэдмен. На данный момент я нахожусь на втором сервере Rage MTA, у нас их два, да, на втором сервере онлайн 232, и тут еще есть имущество по ГОСу. Так что, дружище, залетай, вводи промокод как на первом, так и на втором сервере. Ну что, давайте побежим, я получил за первый 92, и тут 91, и тут еще сколько-то, плюс 90 я получил за смену. То есть приблизительно в районе 90 долларов плюс-минус вы будете получать на данной работе всего лишь за одну коробку. Машины, напоминаю, у нас начинаются в автосалоне от 10 тысяч, ссылочку на наш автосалон и на его цены оставлю в описании, там сможете зайти посмотреть в картинках, какие машины сколько стоят, думаю, это будет довольно-таки для вас удобно, поэтому давайте сейчас я начинаю работать ровно один час, чтобы не терять времени, и посмотрим, сколько я смогу заработать, и сделаем с вами уже свои выводы по поводу данной работы. Ребятам эта работа очень нравится, не знаю по какой причине, но сейчас мы с вами это и выясним. Поехали! Ну что, господа, ровно час я отработал, начало я 18:10, сейчас время 19:10, заработал я, вот сейчас отнесу последнюю коробку, 19 344 доллара, и сейчас 19 438 долларов на работе грузчика я смог заработать всего лишь за час. Давайте завершим работу и расскажу вам про пару приколюх, которые также присутствует на данной работе. Не забывайте то, что на проекте есть различные достижения, и если пролистать вниз, тут можно найти вот такую вот вкладочку. Одну секунду, сейчас я вам ее покажу. Покупатель, дрифт, полет, сейчас переезд, магнат, все не то, грузчик. Вот, вуаля, заработать 100 тысяч грузчиком и 2 кейса новичок получите абсолютно бесплатно в подарок. И за 70 рублей на халяву, грубо говоря. То есть две попытки открыть у вас прям донатные кейсы и получить оттуда что-то крутое. Давайте, кстати, попробуем это сделать. Заходим в кейсы, выбираем кейс новичок, нажимаем купить и посмотрим, повезет нам или нет. Потому что мне давно не везло, возможно, сейчас удача будет на моей стороне. Ну, выпадает какая-то небольшая сумма денег, но все равно на халяву я получаю 5000, просто ничего не делая. То есть, если выполнить эту ачивку,
То есть вы пришли на нулевом уровне на проект, там выполнили все стартовые квесты, их очень много, обязательно их выполняйте, ежедневные задания. Вот опять же выпала випка на халяву на 12 часов, и за эти 12 часов я могу неплохо заработать. Так, давайте зайдем в награды, заберем 10 тысяч за отыгранный день. И если бы я заходил регулярно каждый день, я бы получал еще более хорошие призы. Также у меня есть задание посетить закусочную, получу 3000, остальные все квесты я выполнил. То есть смотрите, в чем прикол. Ваша задача — выполнять все ежедневные квесты, идти на работу, и если вы готовы с 0 до 5 часов игрового стажа, у меня уже 20 часов на втором сервере, с 0 до 5 часов отработать нагрузчики, вполне можно выполнить квест на 100 тысяч заработка. Да, придется попотеть, да, но 70 рублей на халяву на нашем проекте, то есть даже не обязательно донатить. Главное просто играть и потратить какое-то количество времени, и получишь донатные вещи абсолютно бесплатно. Вот такой вот у нас проект, господа, так что присоединяйтесь к нам обязательно, ссылочки все найдете в описании, айпишник, наш сайт, нашу группу ВКонтакте. Следующую работу я вам покажу уже буквально на днях, так что каждый из новичков, кто захочет присоединиться, сможет оценить для себя перспективы. Как вам на нашем проекте, какая работа лучше для новичков и так далее. Спасибо огромное за просмотр, с вами был, как всегда, я, Бэтмен. До новых встреч на Rage MTA. Пока-пока.